после вуза, или студент, ну, то есть вы видите, это парень, девушка, лет там, не знаю, 20-25, или учится, или заканчивает. Понятно, да, что этим человеком чаще всего движет. Этим людям не надо полипринолы. Им не нужны там миллионы, они держали 30 тысяч еще в большинстве случаев. Нафига? Это чаще всего люди, в которых еще юношеский максимализм, бунтарство, да, им нужно против делать. Скажите им простую фразу. Серьезно, была пара встреч гениальных, когда там за 10 минут я присоединялся, потом говорил: слушай, есть тема совершенно крутая. Короче, все против, никто не делает. Давай, короче, всех нагибать с крутым продуктом. Давай порабощать мир. Он говорит: давай замутим. Он говорит: да, давай. Все. Давай покорять мир. Они бунтуют, им нужно против идти. Все против, а мы нагнем всех. Давай покорять мир с крутым продуктом, давай покорять мир с крутым бизнесом. Многие против, многие в скепсисе, а мы все равно весь класс подпишем. А мы все равно подпишем всю группу. Вот, понятно, да? Это посыл. Не надо полипринола здесь. Второе. Сидит бизнесмен в пиджаке. Пиджак. У нас там есть волчата с Уолл-стрит, волки левела, бла-бла-бла. Я сейчас просто по-простому совсем типажи даю. Пиджак сидит. Нафига ему, опять же, там, ему это не надо говорить. Он в бизнесе, он что-то там зарабатывает, он, естественно, он считает, что он умнее вас, если он еще старше вас, у него бэкграунд. Чего вы будете рассказывать? У него, во-первых, есть пиджак. У него есть пиджак, да? Пиджак — это важно. Скажите следующему. Смотри, дядя, все очень просто. У компании есть стратегический план. К 2020 году товарооборот компании в месяц будет сколько игр составлять? 10 миллиардов. Сейчас формируется, по сути, лидерская группа, которая через 5 лет, там, через 3-4 года, вот здесь вот 1% будет зарабатывать огромную часть вот от этих денег, от общего товарооборота. Заходить нужно сейчас. Если хочешь 1% от этого, заходи сейчас. Это понятно, дядя? Да. Это понятно, дядя, который привык не к 500 тысячам, а 1% от 10 миллиардов в месяц — это нормально. Нормально. Мне вообще все понятно. Все, не надо ему вот это, не надо ему ваши клетки, не надо полипринолов, дяденьки, не надо ему. Скажи, есть стратегический план, 10 миллиардов, хочешь кусочек 2020-му? Хочу, заходи. Все, конец встречи. Третье. Мама и дети. Мама с детьми. Это не надо. Это ей по боку. Мама с детьми. Есть муж, ну или там нет мужа, неважно. Ситуация предложена. Есть муж, обеспечивает, сижу дома с детьми. Все классно. Говорит: дорогая моя, вот сейчас есть муж, все классно. Но жизнь-то длинная. Через год, через два, через три, через пять. Ты не хочешь иметь свой маленький свечной заводик? Для того, чтобы в случае чего всегда быть независимой от мужа. Кроме того, продукт, при котором дети здоровы. Нормальная тема? Давай замутим. Иметь свое, да, не мужнино, а свое. И дети здоровы. Все, смотрите, ошибка, ну, мы с одной стороны говорим, что надо говорить одно и то же всем, да, то есть, но с другой стороны, посмотрите, это очень простые вещи, которые сокращают встречу, когда мы понимаем, с кем мы говорим и что говорить каждому, ведь мотивы разные, люди разные. Это было полезно? Да, отлично. Миша, круто, Полезно? Будете применять? Да. Попробуйте это реально за...